Здравствуйте. Мы продолжаем серию встреч с политиками, которые представляют интересы нашего региона в федеральных органах власти. И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Ирина Чиркова. Человек, вокруг которого в последнее время родилось немало сплетен и домыслов. Ее обвиняли и в финансовых махинациях, и в прогулах пленарных заседаний. Широко обсуждалось и то, что ее не допустило до праймерис «Единая Россия». В завершении всего недавно стало известно, что Ирину Чиркову вместе с двумя другими депутатами Госдумы исключили из ЛДПР. Мы пригласили Ирину Александровну к нам в студию, чтобы расставить все точки над «и». Здравствуйте, Ирина Александровна. Добрый день. В середине прошлой недели премьер-министр России Дмитрий Медведев выступал с традиционным отчетом о работе Кабинета министров в Государственной Думе. Расскажите, каковы, на ваш взгляд, эти итоги и самые главные перспективы развития страны? Будем ли мы жить лучше? Очень бы этого хотелось. Конечно, вчерашний доклад, который мы услышали, он был отчетный за 2015 год и с перспективы развития на год нынешний. Цифры, если честно, многие порадовали, но что-то заставило задуматься. Безусловно, например, повышение турпотока внутри страны на 25% – это очень приятно. И очень хочется, чтобы в наш регион приезжали туристы. Однако мы еще не имеем той сферы услуг и того качества, которое бы хотели видеть люди. И, соответственно, те же переезды, перелеты внутри страны должны быть для наших людей доступны. Вообще, что касается моей любимой тематики – детской и семейной, здесь мы тоже кое-чему порадовались. Порядка 20 миллионов семей получат по 20 тысяч рублей из средств маткапитала по своим заявлениям до конца марта, то, что мы принимали федеральный закон совсем недавно. И потом правительство готово продлить эту программу, и тогда по 25 тысяч рублей будут получать семьи из того же маткапитала, но только это уже должно быть статус малоимущих. Порядка 19 миллиардов потрачено на ипотеку, на господдержку, чтобы процент был не больше 12, и это Программа продлена до конца нынешнего года. Понятно, что очень хочется, чтобы этот процент еще ниже был, особенно для молодых семей. Мы постоянно на эту тему говорим, но, к сожалению, ответ на этот вопрос мы не услышали. Хочется также сказать, что правительство слышит и видит, заявляет об этом, нужды регионов. Порядка 1,5 триллиона рублей в прошлом году всяческими трансфертами была отправлена помощь в регионы. Мы говорим, что этого недостаточно на какие-то узкие темы. Нам премьер-министр обещал, что в этом году, по крайней мере, летний отдых детский будет оказана помощь. Правда, опять с оговоркой, для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Поэтому он, в общем-то, был такой на позитивной ноте. Многие сферы экономики и производства у нас растут, хоть и небольшими темпами, но все-таки вот какой-то оптимизм и радость есть. Понятно, что инфляция 8% озвученная, она не соответствует действительности. Мы общаемся все с избирателями, ездим в районы и в города, и видим, что нашему народу стало житься тяжелее и труднее. Но главное то, что мы живем в мирной стране и надеемся, что дно кризиса мы уже миновали. Это было последнее прямое общение представителя правительства и депутатов Госдумы в этом созыве. В сентябре у вас заканчиваются полномочия, у вас в том числе не заканчиваются. Вот скажите, пожалуйста, вы для себя лично подвели итог депутатской деятельности за все 5 лет прошедшие? Да, Дмитрий Анатольевич сказал, что к нашему созыву больше правительства не будет обращаться по внесению изменений, в том числе в бюджет. Поэтому мы заслушали его отчет в последний раз в нашем созыве. Конечно, мы все подводим итоги ежегодно, и за 4,5 года я готова отчитаться и отчитываюсь периодически перед избирателями. Мы занимаемся же работой в регионах, законотворческой деятельностью, работой в комитетах. Ездим и собираем информацию по стране, по другим субъектам, чтобы понимать, что в твоем субъекте не так и как ты можешь помочь. Поэтому ежегодно от избирателей, от коллективов я получила и получаю порядка 100-150 обращений. За 4,5 года, недавно подсчитала, мною направлено депутатских запросов более 1000 в различные инстанции. Понятно, что темы совершенно разные. В большей степени это коммуналка. Но есть и отдельные вопросы, которые, к счастью, удалось решить. Это задолженности на некоторых предприятиях, это обеспечение лекарствами кого-то из пациентов, чьи права были нарушены, и многое другое.
Что касается законотворческой деятельности, то комитетом, в котором я работаю, по вопросам семьи, женщин и детей, мы за эти годы рассмотрели порядка 800 законопроектов. Около трети из них стали федеральными законами. Мы можем по праву этим гордиться, потому что там немало фактической, эффективной какой-то поддержки нашим семьям, многодетным, сиротам. Лично я внесла более 10 законопроектов, 4 из которых разработала и защищала лично. И, кстати, это среди депутатов нашей области самый такой большой индивидуальный результат. Мы с вами общались последний раз, ну, это было, наверное, год назад. Вы говорили о том, что выступали с инициативой о принятии в Архангельской области закона о региональном материнском капитале. Скажите, какова судьба этой инициативы? Вы знаете, к сожалению, у нас нет полномочий, как у депутатов Госдумы, вносить проекты региональных законов. Соответственно, я могла только на ряде мероприятий, встреч говорить и советовать, требовать от руководства региона изменить тот порядок, который существует сейчас. По северо-западу как минимум и по центральной России мы, к сожалению, сейчас выплачиваем самый маленький региональный материнский капитал. Это 50 тысяч рублей. Очень бы хотелось, чтобы наши власти изыскали все-таки средства, чтобы мы не были на этой нижней планке, и наши семьи многодетные более ощутимо получали поддержку. Ирина Александровна, сейчас вы работаете как независимый депутат. Недавно стало известно о том, что ЛДПР исключила вас из своих рядов. Расскажите, пожалуйста, в чем причина ваших взаимных недопониманий и претензий с партией, и как так получилось вообще? Я по личным убеждениям вышла из партии 2 года назад. И не считала правильным выносить ссор из избы. Я же руководствуюсь федеральным законом. И у нас по действующему порядку о политических партиях существует заявительный порядок. То есть я заявила своим письменным обращением о выходе из партии. Соответственно, тогда мои полномочия как члена партии должны были быть прекращены. И, соответственно, я считаю себя беспартийным уже 2 года. А в чем причина все-таки вот? Вот вы знаете, все началось практически после моего избрания, когда мне откровенно заявили, что от Архангельской области не был запланирован депутат, и это место должно быть отдано другому человеку, нужному. И я бы, может быть, согласилась, если бы наш мандат остался бы в регионе и работал бы на жителей Архангельской области. Но, к сожалению, всех, кто в списке стоял за мной, убрали. И, соответственно, депутатский мандат ушел бы в другой регион, другому человеку. И я считаю это несправедливым, потому что почти 100 тысяч человек проголосовало, в том числе и за меня, как главу списка. Поэтому предать своих избирателей я не смогла. Я ответила отказом, и все дальнейшее время оказывалось на меня давление. И какой-то конечной, наверное, точкой для меня стало публичное оскорбление там, руководством партии беременной журналистки в Госдуме. И в качестве там, женской солидарности, как журналист, я не могла была поступить иначе. С тех пор, соответственно, я не участвую в заседаниях фракций, в мероприятиях партии. Видимо, за это меня и называют прогульщицей. Я не считаю депутатство только работа на партию, ведь люди занимаются партийными делами, а не партия красит человека. Поэтому эти обвинения, ну, я считаю, там, смешными и детсадовскими. В интернете появились документы, которые говорят о том, что вы якобы были причастны к пропаже партийных денег из кассы. Это правда? Я обратилась и в ФСБ, и в Генпрокуратуру, и в Следственный комитет федеральный, и даже в администрацию президента. И проверка была проведена снова, беспристрастно. Естественно, это незаконное постановление было отменено. И сейчас у меня на руках существует, и я уверен, что в ЛДПР существуют эти документы, итоговое проведение проверки, в результате которой все обвинения с меня были сняты, и в моих действиях не усмотрено ни малейшего правонарушения. Кстати, к слову, дело, возбужденное в отношении также бывшего координатора и нынешнего депутата Гордумы Олега Черненко, было прекращено ввиду тоже отсутствие состава преступления. Поэтому это откровенная клевета.
То есть вы продолжаете сейчас работать так, как и работали, только в качестве независимого депутата. И, наверное, уже в этом статусе вы приезжаете в Архангельск на региональные недели, живете в этом городе. Так ведь? Хотелось бы видеть свой город ухоженным, чистым и в полном порядке. Как депутат, естественно, имею достаточно узкий набор полномочий. В первую очередь, это депутатский запрос по инстанциям. Так вот, я уже направила в Федеральную госавтоинспекцию, в МВД и в Генеральную прокуратуру запросы о том, чтобы вот именно контроль надзорный был осуществлен за обустройством нашего города, за сезонным содержанием дорог. Ведь мы ездим много по стране, и, к сожалению, вот вид нашего города на фоне других очень неприглядный. Меня особенно заботит то, что у нас дороги хоть как-то ямочно ремонтируются, но полностью отсутствует горизонтальная разметка. А это уже основание, да, и повод для ДТП, для неблагоприятной обстановки на дорогах. Вот вы знаете, она, как и асфальт у нас, сходит ровно через месяц после того, как ее наносят. И во всем мире, и в других городах уже термостойкие, термопластичные наносятся разметки горизонтальные. У нас же ничего такого нет. Поэтому хочется, чтобы в первую очередь не шло, да, обругивание местных властей. Им, конечно, тяжело ввиду ограниченного финансирования, но должно быть какое-то перспективное планирование, должны быть какие-то действия, рассчитанные на долгосрочный результат, чтобы не каждый раз латать дыры, а чтобы вот планомерно приводить город в порядке и вот в рамках вообще современности и того, что люди должны уже на 21 веке иметь под ногами у себя и перед глазами. Такого понятия, как благоустроенный газон, у нас кроме центральных улиц я больше, к сожалению, нигде не видела. И, понятно, много других очень проблем. Я, как депутат, уже второй год контролирую строительство перинатального центра. Это вещь, это структура, которая нам очень нужна. Потому что на фоне всей страны обеспечение вот именно услугами матерей со сложной беременностью, младенцев с недоношенностью и другими пороками у нас, к сожалению, не на высоте. И вот отставание я очень пытаюсь подстегивать, общаюсь с Ростехом, общаюсь с подрядчиками и очень надеюсь, что все-таки к концу года перинатальный центр мы новый заимеем. Вообще, ну, судя по Архангельску, по обращениям жителей, большая беда в этом году у нас с водоканалом, ну просто дикая. Председатели, жильцы домов обращаются с тем, что ну, просто уже задыхаются, живут в сточных водах практически. И здесь тоже нужны уже какое-то радикальное действие со стороны власти. Нам с этим предприятием что-то делать, потому что ссылаться все время на недостаточность финансирования и на огромное количество бесходных сетей, это, я считаю, непрофессионально. На минувшей неделе Архангельск и вся область обсуждали еще три важных и не очень приятных, к сожалению, темы. Это отмена льгот на плату услуг ЖКХ для инвалидов, проживающих в приватизированном жилье. Это возможная отмена оплаты проезда к месту отдыха за пределами России и сокращение финансирования отдыха детей. Все эти темы объединены одним подтекстом. Область начинает экономить бюджетные деньги на людях. Подскажите, пожалуйста, каково ваше отношение к этой тенденции? Ну, безусловно, негативное. Понятно, что это полномочия субъекта и видимо, недостаточность своих финансовых средств, правительство идет на какие-то ущемление некоторых категорий. Безусловно, вопросы очень дискуссионные, и их обязательно нужно открыто говорить и объяснять людям. Но, естественно, идти на однозначное их принятие нельзя. Я помню, будучи депутатом областного собрания, нас летом пытались склонить в поддержку решения по отмене назначения такого льготного подарка, как ветеран труда. Что, естественно, бы тоже привело к каким-то экономиям. Но вот есть какие-то святые вещи, дети — это наши старики, на которых экономить нельзя. Вот в связи с этим могу вспомнить недавнюю законотворческую инициативу, которую мы обсуждали. Это введение уголовной ответственности для глав регионов и глав муниципалитетов за излишний пиар. Я убеждена, что есть статьи в любом бюджете, на которых можно поковыряться и найти экономию. Отдых к месту
проезд к месту отдыха – такая вещь, которую можно посчитать по-разному. У меня есть и родственники, друзья, которые работают в бюджетных учреждениях, и для них раз в два года это отдушина, да, и, естественно, гигантская поправка своего здоровья, когда они едут и хотя бы оплачивают за счет государства дорогу. Лишать этого нельзя, потому что, учитывая особенно последнее удорожание внутри российских перелетов, экономия это весьма сомнительно. Ирина Александровна, спасибо большое за беседу и всего вам доброго. Спасибо вам. До свидания, до новых встреч в эфире.